Свой первый золотой граммофон Григорий Лепс получил в 2007 году. А сегодня Григорий Лепс получает уже 13-ю статуэтку. Как будто сразу после боя, как раскалившись до красна, остались нам вдвоем с тобою любви просроченной слова. Потом банально хлопнув дверью, не оглянувшись, ты пошла ходить другою параллелью одна. Что ж ты натворила? Ну как же ты могла? Закончилась весна и все запорошила. Что ж ты натворила? Решай теперь сама, как все забыть слова и все, что с нами. Навеет запах на постели, что где-то рядом бродишь ты, и без тебя осиротели мои наивные мечты. Сольются месяцы, недели, и если не вернешься ты, пока не будем ставить